Чангадан, Заполярье. Вечная мерзлота. Город у нас молодой, 73-го года. Поселок городского типа. По последней переписи 26 тысяч жителей. Как это здесь все произошло, прямо перед Сталой. Алексей Петрович мне сказал, что пришлет лучшего специалиста. Значит, вы есть самый лучший? Ему виднее. Дышать одной рукой. Правда. Вы хотите узнать, что случилось с вашей дочерью? Вам бы пуховичок прикупить, а то у нас тут в раз замерзнуть можно. Да я к вам, надеюсь, ненадолго. Скоро на ТВ-3.